Сегодня 8 декабря 2021 года. Старый сосновый лес. Ну, естественно, посадка. Посажена еще при Советском Союзе. Вот. Немножко необычное начало, но потом я вернусь на свою фундучную тему. Вот в этом году попробовал я первый раз заняться вот такой штукой. Вот видите, это опад хвои. Если эту хвою немножко разгрести, вот верхний слой, то в конце концов вы попадете, если это старый лес, вот на такую перепревшую штуку. Тут где-то сантиметров 5 вот такой перепревшей хвои, шишек. И вот я это буду использовать в мульчировании приствольных стволов тех саженцев, которые я вот сейчас буду садить. Такая интересная вещь. Ну, попутно скажу еще. Пришел я за этой землей, ну, посмотрел, что здесь творится в этом лесу. Это недалеко от Симферополя. И решил я собрать здесь мусор. Это не просто ведро, это набитое ведро битком. Сюда уже ничего не влезет. Вот. А во второе ведро я уже сюда наложу этой земли. То есть как бы поблагодарю этот лес. Вот в этом лесу я буду садить свои сеянцы кизила и сеянцы фундука, которые я садил в целях селекции, но которые не показали особый результат. Кизил великолепно в тени растет. Ну а фундук я уже буду таких на прогалинках растить, где уже отмерли вот эти вот сосновые деревья. Кстати, попадаются здесь очень интересные экземпляры. Это вот что-то типа можжевелового. Очень интересно, очень красивое. Вообще, конечно, вот этому свинству нашему надо как-то сопротивляться. Может быть, кто-то увидит, станет ему стыдно, что вот за ними убирают. Вот что можно сказать о таких людях? Вот оно ехало и выбросило прямо вот здесь, рядом с этим лесом, эти шины. И потом винят правителей, мол, не та власть у них. Каждый народ достоин своих правителей. Великолепнейшие места, вон четвердак у нас на заднем плане, вот здесь у меня рядом дача. Вот. И вот люди не ценят все это дело. Я не знаю, как природа или Господь Бог будет лечить нашу эту болезнь, лишь бы не войной. А так, скорее всего, холод, голод и покой. Иначе не дойдет до народа.